Вітаю! Сьогодні в гостях в програмі «Шах і мат» Олег Ростовцев, член правління Єврейської громади Дніпра. Пане Олеже, вітаю всіх, вітаю всіх з Днем Прапора, вітаю з наступаючим Днем Незалежності України. І дуже радий, тому що ви запросили мене на програму з такою назвою. Для мене шахмати – це така сімейна традиція. Полюбляєте, да, гру? Ні, мій отець був майстром спорту по шахматам, неодноразовим чемпіоном нашої області. Я в шахи не граю. Ви з ним ніколи не грали? Ну, з таким братом, з таким татом це неможливо. Неможливо виграти. Ну, грати можна, виграти неможливо. Єврейська громада Дніпра. Як вона живе у місті, чим займається, ну, як взаємодіє з містом, з громадою міста? Вона вже з початку 90-х, як я так розумію, існує вже багато. Єврейська громада? Да. Ну, як сказати, з 90-х якого віку? Ну, стара єврейська громада. Вона єврейська громада, та єврейська громада, про яку ми кажемо, да. Вона трансформуючи, существує з кінця 18-го століття. Тобто з заснування? Ні. Ну, по-перше, наш город був заснований намного давніше, ніж Катерина II. Наш город має дуже багату історію, то був Кадак. І євреї жили у Кадаку до Катерини Слава, там була кам'яна синагога, там було єврейське кладовище. Кодак там, Кодак, там де Новий Кодак. Ні, Вартеця, Новий Кодак. Там була ярманка, там да, був перевоз там... через Дніпро, там було був перше єврейське кам'яне строєння, то на Кадак. Тобто ще там була... Да. Да. І коли було рішено унічтожити Кадак і построїти Катерина Слав, а Кадаку запретили перевоз, запретили ярмарки, запретили, собственно говоря, економічну життя, і на цьому розв'язку закончилось. Буквально через несколько лет наместник Екатеринославского наместничества подал прошение Екатерине о том, что для того, чтобы город развивался, он не хотел развиваться. Искусственные создания трудно развиваются. Сюда, чтобы приезжали для торговли, для развития города различные группы населения. Евреи, армяне, поляки, греки. Для развития торговли. Менониты были, но они что, да. еще туда. И вот им дали возможность строить синагоги, жить даже несколько лет, по-моему, до десятка лет налоговое освобождение. И вот с того момента... Можно было будувати бизнес. Но... Да. И вот с того момента, собственно говоря, еврейская община существует на месте в Екатеринославе уже существующем. Ну а развитие она, конечно, получила после того, как построили железную дорогу, и тогда и город получил развитие. Но если порівнювати, наприклад, давні греки, які там Платон, Аристотель, це не ті греки, які сьогодні живуть у Греції, чи там єгиптяни, які будували піраміди, це не ті єгиптяни, які сьогодні у Єгипті. Тому що це кажати... єгиптяни в Єгипті це араби, а в Єгипті живуть копти. Які є те давні єгиптяни. Які? Це так. Ну, євреї це те євреї, які жили у времена Авраама, Моїсея і... Єврейська громада, вона наслідувала оці 19-ті, 20-ті? Це не та ж сама єврейська громада. Ні, звісно, так же, як ми, не ми, наші родители і наші дедушки, це не наші папи. Але це продовження, трансформація, це те, що відбувається з чоловіком. Да, і навіть я вам скажу чесно, ви або я в возрасті 3 роки, це не те ж саме, що ми або я от зараз. Звісно, ми розвиваємося, у нас інші речі. Можемо стояти на своїх фотографіях і говорити, яким я був. Був, ну, вже не більше такой. Ми, ніж не ми. Ви у 3 роки, і ви у зараз. Безусловно, та громада, що була, виживала в 70-ті роки. Ми можемо говорити, наприклад, що була громада до революції. И потом происходили кардинальные изменения в стране и, соответственно, кардинальные изменения в еврейской громаде. Потому что когда закрываются церкви, когда закрываются синагоги, когда закрывается все, уничтожается весь строй жизни в стране, это, конечно, как меняет и общину. Пожалуй, самым страшным, что касалось только еврейской общины, это был Холокост. 11 тысяч человек, которые в Другой световой войне только за 2 дня были уничтожены. Но потом вернулась громада. Там было очень много убитых. Но в 40-е годы община возродилась, открылась синагога. И в 70-е годы город Днепр, тогда Днепропетровск, это был в значительной степени одной из крупных еврейских
городов с большой еврейской общиной, потому что кроме каких-то насильственных вещей происходили и естественные события. Да? Например, местечки Подолии, местечки там, Черновцы, люди мигрируют из маленьких городов в крупные города. Это происходило, много евреев переселилось в Западную Украину, где практически огромная еврейская история, здания синагог, еврейские кладовища. Там, в общем, истории буквально все напитано. Там нет евреев. Вони виїхали. Часть із них була уничтожена в Холокості, більша частина, звісно. Але навіть ті, хто не виїхав, часть уїхала в Ізраїль, часть уїхала в крупні міста, часть уїхала в такі міста, як Москва, Петербург, Лондон, Нью-Йорк. Спочатку в Одесу, потім і Одеса уїхала. В Черновцях була огромна єврейська община в 70-ті роки. Виїжджаючи, їхали, наприклад, у Дніпропетровськ, а, наприклад, не в Одесу. Потому что здесь был развивающийся город, потому что город рос очень бурно, потому что, как есть такой анекдот замечательный, если бы спорт был полезен, как о нем рассказывают, на каждом турнике подтягивалось бы по 5 евреев. Потому что евреи – это очень хороший маркер, они мобильны чаще всего, они чаще всего чувствуют изменения, и поэтому мы всегда можем сказать, что если евреи уезжают из страны, это показатель, что в этой стране что-то не так. Это касается не только Украины, любой другой страны. Зараз щодо України євреї виїжджають, ну, щодо Дніпра, наприклад. Виїжджають, виїжджають. Ми уменьшаємо, у нас происходит уменьшение еврейского населения. А когда евреи приезжают в страну, хотят в ней жить, это показатель, что в этой стране все замечательно. Вот я только что вернувшись из Німеччини. Там очень большая израильская, уже не еврейская, а израильская община, потому что Берлин становится хай-тек страны, столицей, и очень многие хай-тек фирмы, которые раньше думали, например, открывать офис в Лондоне, израильские фирмы, сейчас переориентируются на Берлин. Вот будет Brexit, произойдет, и мы увидим, как Берлин расцветет, как очень модерная столица, куда будут ехать люди из Украины, из Дании, из Польши, из Израиля. Мир глобален, это нормальные процессы. Не надо так плакать, что ой, все уехали. Нет, все не... перетікання происходит. Ви сказали, як маркер. Ви казали, що євреї є маркер. Де так. Добре вони приїжджають, де не так. Дуже добре вони їдуть. Так. Чому я запитав, що? Тобто, ну, зараз не дуже багато уїжджають. Зараз не дуже багато уїжджають. Дуже багато уїхало в 89-му. Всі поїхали вже. Я вам скажу, навіть не тому, що краще. А от зараз еміграція єврейська усилюється. А в 14-му році вона була дуже небольшою. Потому что, прежде всего, это не только само положение, это ощущение надежды и развития. Когда есть ощущение, что будет развитие, что будет, как только есть ощущение, что вот все будет вот так, как оно есть, или хуже, а когда есть ощущение, что это пойдет наверх, вот перед взлетом, вот тогда туда стремятся люди переехать. Так же, как сейчас, например, неожиданно растет еврейская община города Львов. Не Одесса, не Харькова, Львова. Киев, Львов. Цікавий показник. І те, що відбувається у нас зараз, це, мабуть, не зовсім тема єврейської общини, але от ми бачимо, вокруг нашого міста є велике кількість небольших містів. Там Павлоград, Новомосковськ, Кам'янське, Нікополь, Орджонікідзе. Ні, Орджонікідзе вже нету, да? Слава Богу. Да. Покров? Покров, кажуть. Да, Покров. Вот. А откуда, от люди оттуда будуть уїжджати. Що їм там робити? Ну, это нормально, когда уезжают в другие большие города. Но, к сожалению, инфраструктура наша построена так, что им проще уехать в Киев, чем уехать в Днепр. Они уедут. Вопрос только, куда они уедут. Если бы у нас было, например, хорошее транспортное сообщение с Павлоградом, легкое. Легкое с Каменским. Чтобы это были скоростные какие-то электрички. Они бы ехали бы к нам и везли бы себя, то свои таланты. Бы у Павлограда, приезжал бы сюда, подчеркнул бы, повертался люди не будут. А так, если ему надо выбирать, все равно уезжать. Вот все равно бросить и ехать, потому что ездить ну, невозможно, маршрутками тяжело. Он берет и переезжает в Киев. У евреев эта мобильность, готовность переехать что-то, сделать, поменять, начать, сделать еще что-то. Не у каждого, нельзя сказать про человека. Когда мы говорим сейчас как свойство некой группы, популяции, она выше, чем у других. Они очень легко, например, едут в Израиль, возвращаются из Израиля. Очень многие члены еврейской общины нашего города имеют, ездили в Израиль, жили в Израиле, вернулись в Украину. Могут сейчас опять поехать в Израиль, опять вернуться в Украину. Некоторые из них едут, пытаются что-то сделать сейчас. Многие едут в Польшу, открывают там бизнесы, стараются там что-то сделать. То есть это жизнь, это развитие, потому что вот сидеть... И пусть будет, как было, как делали деды, деды не глупее нас.
Это тупиковий путь, так не бывает. Это... Ну, традиції, чому традиції якісь певні? Я не кажу, що це не помилка, але традиції, ось було так. Вони, і... Традиції не мішають модерності. У євреїв є традиція кашрута. Це дієтарні закони, закони о питанні. Це не мішає євреям. Є не то, що їли їх бабушки і дедушки одну фаршировану рибу і форшмак, але відкривати ресторани суші, кашерні, в соответствии з єврейською традицією. Піца, делать что-то модерное. Традиция не мешает жить. Традиция – это не значит, что мы должны жить так, как жили наши родители. Нет традиции в анучах, в портянках. Есть уважение. Я надел сегодня специально вышиванку, потому что день прапора. Коли де різниця, наприклад, між традиціями і, наприклад, там заповідями, які не можна порушувати, що ось є покладено, які не можна ніякому разі порушувати? Де ось що це релігія? Це релігія, а ну, релігія це не значить, що треба поступати. Образ житті є принципи. Є принцип, наприклад, уважати людей, которыми ти йдеш на вулиці, да, жити з ними. Но це не значить, що треба їздити на лошадях. Не надо прокладывать канализацию, не надо жить в современном мире. А принципы те же самые, что были сказаны на горе Синай 3000 лет тому назад. Деколог. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать свою. 5000 років, 4. Почему 3000? 3000 до нашей эры, да. Чи 3000? Вот это... 3000 до нашей эры. На горе Синай, во время Синайского откровения, во время исхода из Египта. Ну, до нашої ери це до було нашої, тисяча да. років до нашої ери. Тисяча не років до нашої ери. Тисяча років до нашої ери. 3300, по-моєму, 30 ми відмічали в цьому році. Все. Єврейська громада Дніпра. Так. Тобто дуже довгий час свого існування єврейська нація зазнавала винищення, нападів, агресії. Ну, починаючи там з Ашурбанапала, ну, там, всяких вавилонських царів, чи там... З тих часів 20-те століття, Холокост, Україна... Є всі. Це в началі, извините, все-таки давайте вспомнимо уничтожение, потому что еврейскую громаду как громаду уничтожили все-таки большевики, а нацисты уничтожили евреев как людей. Они не боролись с еврейской общиной, они не боролись с еврейскими традициями. Як, тому що ти єврей. Комуністи, більшовики, вони боролися. Вони боролись з тими, хто був євреями. Хто був не тими, хто був євреєм по крові, а хто був євреєм по духу. А большевики арестовали главного раввина Екатеринослава Дніпропетровська Лівійська Кашнерсона. Вот совсем недавно ми відмічали його годовщину. На барикаді, да, який жив? Так, так. Они уничтожали здесь людей, они здесь закрыли все синагоги, они здесь уничтожали еврейские книги, сжигали их и полностью пытались решить евреев своей идентичностью духовной. Ну, там, коли там вище навчали да, заклад, не можна було... Но якщо если евреи там, значит, в тужурке с наганом, и он комиссар, и убивает других евреев, да, сталинский режим до какого-то периода, до 49-48 года, он был интернационалистским, можно было уничтожать... Особо евреев как физически не выделяли, а нацисты уничтожали евреев как физических особ, как людей, детей, женщин, стариков, неважно, соблюдаешь ты или не соблюдаешь ты. Ну, например, да, в Польше был такой, было особое гетто, куда согнали всех евреев. Евреи не считают людей, которые изменили свои веры, принадлежащим к еврейскому народу. Человек, который принял другую веру, он отошел от еврейского народа, он перестал быть частью еврейского народа. То есть, что будто евреем, можно будто, не можно будто, не можно будто христианином, не можно будто католиком, чи мусульманином, чи кришнаитом. Якщо ты можешь соблюдать больше или меньше, но якщо ты выбрал другого бога, ты сказал, нет, я не с вами, ты отошел, окей, ты отошел. Но нацисты так не считали. И вот людей, которые отказались от своего народа, порвали со своим народом, со своими традициями, взяли другую религию и считали, что они уже поляки, немцы, кто угодно, их взяли и отправили также вместе с евреями в Треблинку. Потому что то, как евреи себя видят и как их видят другие, это разные вещи. И на этом и основывается Жан-Поль Сартр, когда говорит, что еврей – это не тот, кто себя считает евреем, а еврей – это тот, кого другие считают евреем. Но у нас в иудаизме немножко другая точка зрения. Ну, зазнавали постійних утисків, постійних, ну, євреї. Да, 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 ну, конечно, зазнавали. Українці. І були отношения самые разные, були різні страницы в нашій історії. Ну, да, в російській імперії вони більш-менш непогано жили, коли там... Хто?
Евреи, ну, до певної... Ну, как, непогано. Когда пришла сюда Российская империя, она пришла сюда с Екатериной II, в Польшу в том числе. Не евреи пришли в Российскую империю, она захватила Польшу. Да, вот, Россия то, пришла. Взяла до этого евреям было запрещено там быть. Им ввели черту оседлости, им запретили традиционные возможности работать, были уничтожены традиционные системы отношений с поляками и с украинцами, которые были разными. Были и погромы, были и годы дружбы, и взаимодействия. Например, там черносотенцы, эти российские, активно боролися, перш ніж з євреями, там одним з очільників був брат Миколи II, якого потім Каляєв підірвав. Там было много. Там были люди из Молдавы, Крушеван. Там был этот, который стрелял в товарища Распутина, Пришкевич. Там был какой-то терапевт. Но «Черная сотня» — это не украинское, это российское движение. А до этого был антисемитизм Николая I, а до этого был антисемитизм Александра III, который запрещал, вводил процентную норму на образование, которые пытались каким-то образом, чтобы евреи... И в конце концов, в начале 20 века была прекрасно предложена программа, заключающаяся в том, что самое большое население еврейское в мире, 5 миллионов тогда жило в Российской империи, надо сделать так, чтобы треть из них крестилась, треть из них погибла в погромах, а треть выехала куда-нибудь, эмигрировала. Такова была программа царского правительства. Потом еще Сталин ее продолжил с Биробиджаном, когда евреи... Сталин как раз не давал евреям эмиграцию, когда Сталин хоть и поддерживал... Ну, Биробиджан же их выселял. Ну, замечательно, ну, то есть это внутри страны, это не эмиграция, это... Биробиджан оказался мертворожденной идеей. Ну, он, взагалі, особливо никому не давал выезжать. Да, например, поддержал создание государства. Чому я там сказав, що, наприклад, у Російській імперії євреї жили краще, це в порівнянні, наприклад, з 20-ми роками радянщини. Ну, тому що вони... Давайте будемо порівнювати все-таки, наприклад, 10-ті роки 20-го століття з 10-ми роками 20-го століття в інших країнах. Тобто ми можемо говорити на своїх містах, порівнювати, що у нас було краще до чи після здесь. Но евреи в Российской империи жили настолько ужасно, что специально сюда приезжали различные делегации из самых разных стран, где евреям тоже были не всегда равные права. И просили царское правительство перестать заниматься антисемитизмом. И не забудьте, что слово «погром» вошло во все языки без перевода, как потом слово «гласност», «перестройка», «спутник». «Погром» — это интернациональное слово, которое вошло из русского языка. Ну, Сартр той самий, якого згадували, там портрет художника в юності, якийсь такий твор, там описуються антисемітські дії. Пам'ятаєте, чи портрет вождя в юності, ну, ось такий, і там описується... Тому що не читав, але я вас внимательно слухаю. Ось там описуються єврейські погроми, я його, ну, там... Франція. Франція була діло Дрейфуса, во Франції було діло Дрейфуса, в Германії була антисемітська партія, в Румунії євреї були навіть в 30-ті роки 20-го віка неповноцінними гражданами, не пройшли емансипацію. Во Франції вони були емансипіровані Наполеоном. Антисемітизм существував і существуют в самых разных местах, например, в Соединенных Штатах Америки и до сих пор. Но вопрос заключается здесь в государственной политике. Во Франции со времен Наполеона французский гражданин есть французский гражданин. Не обов'язкові розповідання, національність – це не обов'язково. В Германії до Гітлера, до 35-го року расових законів, Моїсеєве розповідання, віросповідання, тобто єврей, був громадянином Германської імперії, Второго Райха. І він йшов воювати, і воював на Першій мировій війні, як німець. А француз, як французький єврей, як француз. А в Росії було не так. В Росії не мог єврей стати офіцером російської армії, тому що він єврей, отримати орден не мог. Тільки якщо він становився купцом першої гільдії, йому дозволяли жити в столицях або мати вище образування, просто взяти і поїхати. І вони ж мали змінювати прізвище, щоб освіту вони навіть не могли отримати, якісну освіту. Вопрос зміни прізвища – це Совєтський Союз. Это Советский Союз. В России не было антисемитизма по национальному признаку. Не забывайте, Александр. Если еврей крестился, он немедленно терял все ограничения, накладываемые на него царским правительством. Он переставал быть евреем. Но как только еврей крестился, он мог ехать в Москву, в Петербург и становился полноправным. Все, он становился имперским гражданином немедленно.
Он мог не менять фамилию, он мог не менять имя отчество. Ну, то есть крестное имя получил там в своей церкви, но только в православии, конечно. Если еврей выкрестился в какую-то другую религию, это не считалось. Это не рахувалось. А вопрос заключается в том, что в Российской империи не было графы национальность, была графа вероисповедание. Поэтому для России крещенный еврей уже не еврей. Для имперского. Для народа, да, там мы могли кричать все, что угодно в спину на базаре. Но для правительства это было уже все. А для евреев это было означало, что этот человек перестает быть евреем, все равно что умер. Все. Он уже не еврей. Держава Ізраїль з моменту свого виникнення в 40-х роках постійно бореться за свою незалежність. Постійно це відбувається. Любая держава, яка хоче відбутися, вона повинна боротися за свою незалежність. І всі виборували за свою незалежність, Соєднені Штати також. Сполучені Штати там декілька років боролися, ну і потім протистояння. Ну нічого, себе декілька років, ну там років 30 вони боролися. Потім було протистояння ще на початку вже 19-го століття з Францією, з Англією вони воювали. Так. Ізраїль довше бореться. Порівняння там з тими Сполученими Штатами. Времена змінились, да, Ізраїль не такий мощний, він знаходиться, к сожалению, не на такому великому розстоянні через океан, да. Коли Україна почала боротися за свою незалежність з бойовими діями, я кажу там про 14-й рік, як єврейська громада Дніпра на ці події, на агресію відреагувала і як вона взаємодіяла, допомагала українській державі? Видите ли, Олександр, ідентичність, ощущение себя, оно многоуровневое. Человек одновременно может быть пассажиром, может быть мужчиной, может быть евреем, может быть украинцем, может быть еще многими вещами в зависимости от ситуации. Человек не бывает, что вот он еврей и исключительно ведет себя как еврей, и только как еврей. Когда ему наступают на ногу, ему больно просто как человеку. Когда у него отношения с женой, он муж, а не, как вы понимаете. И вот у нас у всех множественная идентичность, в том числе у меня, в том числе у вас. Она бывает языковая, культурная, кулинарная, так, самая различная. Да. И вот возникает, иногда мы реагируем, мы с вами вместе можем реагировать, у нас есть одна общая идентичность, журналистская. Мы воспринимаем друг друга как некая общность, и когда возникает проблема, кого-нибудь из нас называют тупой овцой, то мы все вместе реагируем и говорим, что, в общем, будем бороться и будем с такими людьми воздействовать как единый организм, да, потому что это наша общая идентичность. Мы как единый организм. Так вот, в 2014 году вопрос национальности, вот национальной общины был не совсем важен, не актуальным. Актуально и неожиданно для всех, в том числе и для меня, стала идентичность украинская и днепровская. Еврейская община реагировала так же, как все днепряне. Были разные точки зрения, но не потому, что мы евреи или не евреи. Это наш город, это наша страна. Мы прореагировали ровно так же, как все население вокруг в той же самой... Просто работала другая идентичность. А особенность, если у тебя борода, если у тебя на шее магендовит, или у тебя на шее крест, это уже не играло особое значение. Точно так же, как мы не можем сказать, как прореагировала община людей, носящих, ну, не знаю, там, татуировки, да? Или футболистов, или филателистов. Как прореагирует филателист? Это было не актуально. О марках мы в этот момент немножко отставили в сторону. Видишь, Левицова про це. И евреи. И вот тут очень важный вопрос, мне кажется, наверное, перед Днем независимости об этом надо сказать, потому что мы очень часто разочаровываемся или очаровываемся, забывая об адекватности, о понимании цели. Да, вот мы часто всегда думаем, вот, а того ли мы достигли? Но мы прекрасно понимаем, что когда ребенок в возрасте, например, лет 3, читает, не знаю, «Алису в стране чудес» или «Путешествие или в волшебную страну», то мы говорим, слушайте, вундеркинд в 3 года, а так замечательно читает. А когда человек в 50 лет читает то же самое, мы говорим, что-то у нас тут задержка в развитии. Мы должны понимать адекватность, как мы реагируем на что, как более зрелое, как менее зрелое. Вот вы задали вопрос о еврейской общине Днепра. И был бы, наверное, очень важный вопрос, если бы вы его задали, например, как она развивается, ли она нормально, возрождается. А я бы вам тогда сказал, выздоравливает. Потому что одно дело, она выздоравливает хорошо, динамика хорошая. Но мы все с вами вышли из советского концлагеря. Уже давно вышли. Извините, пожалуйста, есть страшные болезни, мы не так давно вышли. Некоторый народ, о котором мы сегодня вспоминали с вами, вышел из египетского рабства и 40 лет блуждал по пустыне.
выдавливая из себя рабство, взбунтовывался, требовал вернуться, кричал, что куда нас вывели, в пустыню, а где наши горшки с мясом, а где наша прекрасная жизнь, да была тяжелая работа, но мороженое под... Нет, мороженое под 20 копеек, это из другой ностальгии. Но опять-таки, это было то же самое желание вернуться в привычное болото, не развиваться. Ну, тут и час шел дольше, ниже за раз. Тоді там 40 років тисячі. Євреї вирішили повернутися в свою країну в кінці 19 століття. Теодор Герцль провозгласив єврейське государство. І до провозглашення незалежності вони строїли государство, так називаємо государство в путі, є навіть такий термін. Создавали свою інфраструктуру в течені від кінця 19-го, політичного початку 20-го віка до 48-го року, коли государство було провозглашено. У Україні оказалось чудо. В 91-му році мы получили независимость. Мы ее обрели. Нельзя сказать, что мы ее выиграли войну, боролись, подняли восстание. Нет. Она обрелась, и эту независимость, я вам скажу, в значительной степени, не хотя этого, Советский Союз разрушила Россия, когда вышла из него. И в 14 году мы обрели субъектность. Опять-таки, потому что на нас напала Россия. И мы вдруг ощутили, поняли, а на этом самом, что мы разные, что мы имеем другое государство. Разные Россия и Украина. И можно говорить, например, о том, что да, сейчас Украина, безусловно, и еврейская община в Украине, и другие общины в Украине продолжают выходить, выздоравливать. Она нельзя ни в коем случае сказать, что у нас здоровая страна, что у нас здоровая идентичность. Якщо я живу в цій країні багато років, а я ще ще з для мене є проблема розмовляти українською мовою, для мене є проблема читати українською, для мене є... Ну, проблема чи небажання там... Що значить небажання? Ну, ліньки. Ти не можеш жити в Ізраїлі і не знати іврита, бо ти ніхто. Ти можеш бути тільки пенсіонером. Ти не можеш жити в Німеччині і не знати німецьку мову, тільки пенсіонером або там на велфері. Ти не можеш бути журналістом, ти не можеш бути офіціатом, ти взагалі не можеш там, бути... Там треба знати, в Україні... Україна – це країна, яка зараз вироблює з себе ідентичність. Тому що мова – це не тільки спосіб комунікації. Це не тільки як вилка чи палочки для суші. Мова – це, прежде всего, символ. Це вопрос своєго осознання, це вопрос своєго поміщення в системі «ми-они», «где ми», «где они», що для нас є нашим, що для нас є уважаємим, але чужим. Ну, це у Толкіна є там Володар Перснів, і там фортеця Роханців була, і вони не впускали інших, тому що вони не знали їх мову. Не вопрос тільки в цьому. Вопрос, наприклад, следующий. Наприклад, блюдо таке, як піца, це наше блюдо? Возможно, наше. Ну, уже забыли, что итальянское. Потому что американцы считают, что пицца – это национальная еда американская. Немцы считают, что пицца – это национальная немецкая пицца. Мир довольно глобален на самом деле. Но при этом мы должны понимать, где немец ощущает себя прежде всего сначала немцем, потом мусульманином, евреем, китайцем и так далее. Или наоборот. И это очень важный вопрос, который сейчас стоит перед нашей страной. Мы понимаем ли, что мы должны меняться, что мы выздоравливаем, что у нас идет тяжелое лечение. Сомневайся, что так отбывается. А многие говорят наоборот, так нет, мы не хотим. Есть такая страшная болезнь, госпитализм. Когда человек привыкает быть больным, когда он не хочет, когда он не осознает, что его ощущение – это болезнь. С этого всегда все начинается, когда человек признает, что он болен. Олеже, что вы... Глядача можете сказати напередодні Дня Незалежності, яке поздоровлення, яке побажання глядачам, українцям, нашим глядачам напередодні Дня Незалежності? Будьте більш українцем. Що б для вас це не значило? Що зробити для того, щоб стати більш українцем, ніж ви були вчора? Українець – це не те, що вам дано. Да, от я українець і все. Українець – це ментальність, це сознання, це відчуття. Неважно, хто ви – армяни, корейці, православные, иудеи, мусульмане. Украинство, украинская политическая нация – это то, что над нами всеми, это то, что нас всех должно объединять. Вивчайте мову, вивчайте традиции, вивчайте культуру. И самое главное – вырабатывайте в себе украиноцентричный взгляд на мир. То, чтобы мир оказывался, мерился отсюда, мерился по украинской мерке.
Не забывайте, что есть другие взгляды. Есть глядя из Лондона, глядя из Нью-Йорка, глядя из Иерусалима. Но мне кажется, что нам очень важно не забывать о том, что нам надо меняться. Мы начали путь изменений, мы начали процесс лечения. Бросить его, перестать становиться политической нацией, народом, это очень страшно. Потому что мы с вами все вместе постепенно становимся нормальными людьми. Потому что до этого мы были заключенными советского концлагеря. Долгие годы, долгие десятилетия, несколько поколений. И путь будет непростым. Но я обожаю, чтобы все мы его прошли. И чтобы мы, как поется в гимне еврейского государства Израиля, стали свободным народом в своей стране. Спасибо, дійсно. Нічого так ось по мановінні руки не відбувається. Треба боротися, треба не здаватися, треба йти. Треба йти. Ніяких чудес не буває. Нельзя требувати від Бога чудес. Нельзя надіятися на чудо. Бог може робити чудо, і ми повинні бути йому благодарними. Бог сотворяє чудеса. Але ми не маємо права рассчитывать на це. Ми не маємо права цього требувати. Ми повинні зробити свій путь. Ми не маємо права одягатися на когось, на іншого, треба сподіватися на когось, на авось, на щось таке. Ми повинні, що називається, із году в год, кожен день свій газон. Також вас поздравляю з ним напередодні Дня Незалежності, поздравляю з ним Незалежність і сподіваюся, що все буде добре. Спасибі. Вітаю. Сьогодні в гостях у нас був Олег Ростовцев, член правління Єврейської громади Дніпра. На все добре, до побачення.